Друзья, привет! Это «Поехавшие» сегодня на Красную площадь. Но давайте начнем все с самого начала. Не люблю автомобильную Москву. Это постоянные пробки, проблемы с парковкой. А в центре Москвы так она еще и очень дорогая. Поэтому мы выбрали самый народный способ передвижения и транспортировки. Что-то дорого. Для взрослых, двое детей, для школьников, туда и обратно, 1200 лет у меня вышло. В общем, так нормально, конкретненько. Цены дорожают люди. Копите деньги. Катался на электричке, но скажу, там ничего не изменилось. Все так же по вагонам ходят торгаши, презентуя и пытаясь продать свой товар. Впереди метро, там я тоже давно не был. Логистика здесь непростая, с первого раза очень непривычно. Из метро есть 7 выходов на улицу. Нам нужен выход номер 7, он нас приведет в так называемый нулевой километр. Именно от этого места считается протяженность всех дорог. Метка нулевого километра находится прямо сразу у выхода из перехода. Подойти к ней сложно, так как на ней постоянно кто-то стоит и фотографируется. Мы не стали исключением и тоже снялись на ней. Далее, пройдя через Воскресенские ворота, мы вышли на Красную площадь. Тут красиво, очень красиво. Все светится, иллюминации очень много. Повсюду играет музыка. Но есть одно «но». Очень много людей. Все толкаются. На каждом метре земли кто-нибудь селфится или фотографирует друг друга. Большая толкучка, плотность людей зашкаливает, как в час пик в метро. Фотографироваться вообще неудобно, особенно на профессиональную технику. В центре Красной площади расположилась новогодняя ярмарка. Здесь можно купить много разных сувениров и сладостей. Вот таких. Таких. Или таких. Также работают карусели. Их здесь много, разных форм и размеров. Леночка. И дети сейчас поедут вот на вот этой вот штуке кататься. Леночка, удачи! Спасибо!
Сашка Кошка. Хорошо. Подводя итоги прогулки по новогодней Красной площади, скажу, что здесь красиво и гулять можно долго. Но в нашем случае погода немного все подпортила, так как ветер в этот день был сильный, и мы быстро замерзли. Всем спасибо за просмотр. Поддержите лайком. Всем пока.